Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Компания «Аристо» уже почти 20 лет. Мы начинали с города Владивосток, начали как производители фурнитуры, производитель профилей для раздвижных систем, для шкафов купе. А потом мы поняли, что мы сами можем производить розничные товары, такие как двери, опять-таки для шкафов купе. А потом мы переквалифицировались в производство мебели, гардеробных систем, перегородок. В общем, все то, что мы можем комплектовать интерьерные решения для реализации любых проектов любой сложности. А расскажите, а что нового, интересного вы привезли на эту дизайн-конференцию? Ну, во-первых, мы привезли нашу коллекцию новых цветов, новых дверей. Эта коллекция подразумевает собой новые нестандартные цвета. Раньше мы производили двери только в классических цветах – серый, белый, черный. А сейчас эта коллекция, которую мы про себя называем «Неоклассика» внутри, она подразумевает новые интересные цвета, которые будут интересны в любых интерьерах, модных, интересных и свежих. Называется коллекция «Color Stories». А еще у нас классический наш стенд, который мы всегда возим на дизайн-конференции, он посвящен нашему, скажем, главному продукту, это гардеробная система. Гардеробная система интересна тем, что это может быть как хранение в гардеробных, как здесь показано, так и хранение абсолютно в любой зоне, где необходимо осуществить хранение. Это может быть гараж, это может быть постирочная, это может быть кладовая. И что самое интересное, эта гардеробная очень просто собирается, я ее называю конструктор для взрослых, и легко разбирается, если нужно переезжать. И опять же, вы можете ее взять с собой, она умещается легко в седан, в автомобиль, и сложить за считанные секунды в новой квартире, в новом жилье. Это отлично. А расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о конференции в целом. Очень позитивные впечатления, особенно потому, что в связи с карантинными делами был большой перерыв со встречами. И я очень рад, что вот эта вот встреча между дизайнерами и нами, производителями, они вновь происходят и производят в таком большом количестве. У нас было очень много хороших встреч, много новых контрактов, много нового общения. А если дизайнер захочет с вами сотрудничать, как он может с вами связаться и что вы можете ему предложить? У нас есть точки по всей территории России. Если этот человек находится хоть во Владивостоке, хоть в Калининграде, он может зайти на сайт Aristo.ru и найти подходящий салон. А здесь, в Москве, у нас есть две точки, которые как раз нацелены на работу с дизайнерами. Это Aristo Grand Химки и Aristo Румянцево, торговый комплекс. Заходите и подписывайтесь на наш инстаграм. Это Aristo Russia и Aristo Grand. Спасибо большое за ответы. Спасибо вам большое. Спасибо.